Вот смотри, он мне не дает стрелять ему в бошку. Ух ты! Он в меня не попадает, прикольно. О! Голову мы прям. Сейчас быстренько перезарядимся. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. И у нас здесь есть задание интересное. Сейчас я скажу, какое. Нет, не это, не это, а вот это. Спасти Спрингфилд. И это задание будет в моей не очень любимой канализации. На самом деле, я ее терпеть не могу. Терпеть не могу, потому что здесь все как бы места мало. Вот видишь, вот идет гад. Надо стараться ему стрелять, во-первых, в бошку. Во-вторых, здесь очень много этих зомбаков. Ух ты! Видишь, сколько зомбаков здесь бегает. Пока я сейчас перезаряжу. Давай быстрее. Так, а тот гад не идет, потому что там нужно сделать, я так понял, мост. Вот смотри, он мне не дает стрелять ему в бошку. Ух ты! Он в меня не попадает, прикольно. О! Голову мы прям. Сейчас быстренько перезарядимся. И еще один удар. Все, готов. Готов, мой друг. Готов. Чиним мост. И отправляемся дальше. Это наша канализация вонючая. Опа, убить всех бандитов. А, бандиты? Да я не так бандитов боюсь, как вот этих стреляющих зеленой жижей. А бандитов я не боюсь. Они тупые. Они тупые. Готово. Видишь? Опа. Опа. Все готово. Тихо. Секунду. Перезаряжусь. Есть. Все готов. А здесь у нас бомба. Офигеть. Вот она. Взломайте систему бомбы. Да без проблем. А, вот здесь это вот эта вонючая вот эта вот фигня. Блин. Да ё-моё. Доступ запрещен. Ух ты. А, ну просто ударило током, что ли, или чё? Ладно, сейчас попробуем еще раз. Да ё-моё. Ух ты, нифига себе. Ах ты, ё-моё, последний этот самый надо мне сделать, правильно. Раз. Раз, есть, все, хорошо. Взломали. Деактивируйте бомбу. Ох ты, нифига, сколько там всяких штучек. Вытаскиваем. Все. Стержни вытащили. А это что за пес идет? С бомбой вместо руки. Опять ты! Ракета. Жестокая месть. Чаку взрывать все к черту. Рэкет. Ага, где? Вау, ё-моё! Ты чё, гад? На! Вау! Да он, смотри, какой неубиваемый, что ли? Подожди, слушай, чувак. Опа, критический удар. Нормально. Подожди. А, да тебя, в смысле, сейчас легко убить будет. Ага, если я не буду перезаряжаться каждую секунду. Так, ракетка. Стрелялочка. Ракетка. И сейчас опять будет стрелялочка. Нет, опять ракета. Давай. Нифига. Еще одна. И сейчас я перезаряжу и буду менять оружие нафиг. Вот это.
прям в упор, я встал и сейчас буду его фигачить, смотри. Прям возле ракеты стреляю, нормально, да? У меня есть еще бомбочка, подожди. О, бомба, смотри, нормально его берет. Блин, отлетело. Да, ёшки-маташки. На, гад, я в бошку прям, на, получи. Спасти Спрингфилда, задание выполнено. Клёво. Хорошо, вернемся в город. А у меня еще тут есть охота на зомби, награда. А, и еще есть дорога в Эден. Давай я дорогу в Эден сделаю сразу как раз, ага. Канализацию мы не будем делать, а мы вот сделаем нашу миссию. Сразу сделаем две миссии подряд. Так, что здесь? Где? Толстопуз, давай. Блин, я такой немножко раненый сюда к вам пришел. Да, блин, не задача. Так, давайте сразу отвалить от меня нафиг. Так, все, до свидания. Да в смысле оглушен? Оглушен, я двигаться не могу, понимаешь? Сейчас перезарядим сразу. Что мне здесь нужно найти? Так, здесь все закрыто. А, вот сюда можно еще пройти. Найдите потаенную дверь. А, потаенную дверь. Вот. Это легко можно было догадаться, что это потаенная дверь. О, лидер культа. Лидер культа, давай сейчас к нему подойдем. А, хвала цветоподобному богу, ты новенький. Да, хвала цветоподобному богу. А, да, 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 да. Так что, перестань путаться под ногами и займись себя чем-нибудь. Что, чем мне занять себя? Подготовь еду для нашего бога. Она вон там в клетках. Давай. Не нужно добыть в клетке. Так, найдите способ добраться до растения. Какого еще растения? Где? А, вот, смотри, клетка. Это вот эти вот в клетках все, это типа вот эта еда ихняя, что ли? А чё ты убегаешь? Ты поговори со мной. Эй, зомбокульт. Сектанты. Сектант. О, смотри, у него борода аж красная. А этот чё, тоже какой-то странный. О, а я буду с вами здесь сидеть. Зомби, зомби-растение. Лара, давай поговорим с Ларой. А слава цветоподобному богу. Ты новичок, да? Слава. Да, я новенький. Ты не помог бы мне рассказывать обо всем поподробнее, то я ничего не понимаю. Великий бог зомби защищает нас. Цена за защиту жизни неверных не так уж высока. Это отличная цена, а я могу узреть нашего великого бога. В принципе, да. Цветам нужен регулярный полив. Позаботишься об этом? Почту за честь. Здорово. Скажу охране, чтобы тебя пропустили. Давай. Вот охранник стоит. Мы сейчас идем к охраннику. Охранник. Что тебе нужно? А Лара послала меня, чтобы полить цветы. Хорошо, ты можешь идти. Хорошо. Сейчас пойду, я вам полью цветочки вам всем. Будете знать, как тут. Ух ты, смотри. Да тут оранжерея целая. Ух ты, бог ты мой. Смотри, на туре какой-то. А, я не могу стрелять. А, нужно взять ведерко. И налить водички. Хорошо. Поливка цветов. Ага. Вот этот цветок, он какой-то, мне кажется, он живой. А где поливать что? А, с этого и начнем, кустик, самого ближайшего. Использовать, нажмите это взаимодействие. А, он типа драться может так ведром? Ух ты, смотри, как вырос сразу. Давай еще. Вода в корыте. Вообще нормально. На тебе. Я буду с ним драться или нет? Ага, тут цветы все завяли. О, видишь, как вырос. Офигеть. Ладно, сейчас быстренько все цветы польем, посмотрим, что будем дальше. Я хочу с этим цветком подраться, да? Интересно прям. Нифига не вырастают, да, нормально? Хотя мне, по идее, цветочек должен сказать спасибо, что я их полил. Ага, оранжерейка такая, прям в канализации. Все, миссия выполнена, поговорите с Ларой.
Так, я буду с ведром бегать. А ну подожди, а ведро мне потом. Подожди, тихо. А ведро у меня есть в инвентаре? Да, ведро. Хорошо. Давай мы ведро сразу спрячем. Нафиг. И подожди, я же им не должен это ведро давать. Давай поставим оружие нафиг. О, блин, не стреляется. Так, поговорите с Ларой. Хорошо, быстренько сейчас с Ларой поговорим. А у тебя получилось залить все цветки? Да. Хорошо, иди к входу в канализацию, ты найдешь там ящик. Принеси его сюда. Хорошо. Мы будем принимать новых членов и кормить зомби-бога. Хорошо. Быстрее за ящиком. Вот это будет интересно. А где ящик? Вот здесь. Я хочу посмотреть, как они его будут кормить, зомби-бога. А, вот он, ящик. Миссия. Так, курить, ладно. Хорошо. А где Лара? А, дальше, 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 дальше. А, они все туда пошли. А, чуваки? Нет, чуваки сидят еще в этих коробочках, да? Так, дурачок, давайте я вас освобожу, пока нету никого. Смотри. Ребята, давай, как мне вас освободить? О, нифига. Я вас стреляю там? Ага. Давай я вас сейчас освобожу. Нифига не получается, извините. Сейчас пойдем поговорим с этими ребятами. Где они? Во! Отлично, иди за едой. Зомби-бог будет голоден. А, зомби-бог голоден. Я тебе доверяю. Не беги, не сбеги с ними. А, я тебе доверяю, не сбеги с ними. Да я ваш... Да, конечно, доверяешь она. Сейчас мы Ларочку будем убивать. Стрельнем в нее, и она умрет, к сожалению. Потому что, естественно, я освобожу всех ребят. Спасите заключенных или накормите... спасите заключенных или накормите зомби-бога. Так, куда они побежали? А, они типа за мной бегут. Давай накормим зомби-бога. Пошли. Пошли кормиться, ребята. Я хочу накормить. Сбежать это банально. А, поговорите. Я вижу, что твоя вера бесспорная. Добро пожаловать. Мы можем начинать? Да. Отлично, приготовься. Сейчас ты увидишь нечто потрясающее. Давай посмотрим. Так, вот у нас ребятушки будут кушать. Ох, нифига, она их съедает, смотри. Опа! Съела, смотри, на туре. Нифига себе, растенец. Миссия завершена. Минус 5 карма. Эх, я не спас их, я не спас. Как же жалко, я их убить не могу. Что же будет? Что же будет? Надо было мне их спасти все-таки. Эх, почему же я их не спас? Ну ладно, зато я посмотрел ролик, как они их всех съели. Теперь мы будем знать, как они их едят. А так бы непонятно было бы. Идем к Эндрю, расскажем, что ребят съело растение. Как удалось? Члены культа похищают людей и каждую неделю приносят их в жертву цветку. А пора положить этому конец. А, найди яд, который можно его убить. Возможно, ты что-нибудь найдешь в аэропорту. Хорошо. Верное средство. Ладненько. А, хорошо. Чаку. Чаку нужно еще пойти рассказать, что мы там делали. А, ракета мертв. Какое облегчение. Большое спасибо за помощь. Вот, держи, кое-какое снаряжение осталось моего славного прошлого. Спасибо. А пока мест... Спасибо. А, ну я же это сказал, спасибо. Давай. Так, у меня есть гладкоствольная двухстволка. Вот это вот. Вот так. А, патронов у меня 10 штук только. Блин. Ладно. Знаешь, что сделаем? А у меня... Вот, есть же. А, у меня их 50 штук есть. 60. Блин, я их, короче, все продал. А они, оказывается, будут нужны. Но у меня еще есть ведро. Может, ведро продать? За 400. Мне же ведро не нужно будет, да? Продаем. Продать ведро, да? Зачем оно мне нужно? Мне же ведро не нужно. Да давай пока оставим. Не, продам. Нафиг оно мне нужно? Продаю ведро. Дальше, что есть? МРЕ я продам. А это пока не буду продать. Вот эти вот, что такое-то? Тоже мне не нужно. А продам тоже.
Это мне не нужно же или нужно? Что это такое вообще? Продаю. Этот мне, я это не буду. Вот гранату продам. А вот эту штуку продам. Эти пока не буду продавать, все. В сундуке у меня тоже ничего интересного нет. В принципе. А, транспорт. А что у меня в, в транспорте? У меня ничего нету интересного. Можно мотоцикл даже использовать. Но мне не нужен. Хорошо, ребята. Ну что ж, большое спасибо за просмотр. Умение. Давайте умение используем. Умение. Мне нужно огнестрелку развить. Раз, два, три, четыре, пять. Оружие ближнего боя. Это мне не нужно. Критический удар. Вероятность критического удара, в принципе, тоже не нужно. Работа с отмычкой улучшим. Вот так. Все хорошо. Теперь все нормально, дорогие друзья. Ну что ж, до свидания. Всем пока.